эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. С опережением графика глава муниципалитета проверил ход строительства двух школ в поселке Дрожжино. Подрядчики нас уверили, обе организации, о том, что 1 сентября дети пойдут в эти школы. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» прошла в Центральном парке. Потому что им может быть холодно, и они могут чуть-чуть там замерзнуть, и они зато могут погреться и покушать. Турнир по дворовому хоккею в микрорайоне Завидное собрал 8 команд. Я болею за хорошую игру, потому что и в той команде есть ребята из команды, в которой играю я. Уже в сентябре этого года в рабочем поселке Дрожжино распахнут свои двери две новых школы. Проверить ход работы, поговорить с подрядчиками приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Подробности в нашем материале. Жители микрорайона Бутово-Парк 2Б с нетерпением ждут окончания этого строительства. Две просторных современных школы должны открыться уже в этом году. Одна на 825 мест возводится в рамках госпрограммы, вторая на 1100 – силами местного застройщика. Проверить ход работ приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Полностью закрытие контура у нас планируется через две недели. Сейчас строительная готовность объектов около 60%. Специалисты заканчивают монтаж оконных блоков и приступают к внутренним работам. Ведутся работы по наружным сетям, по внутренним инженерным сетям прокладки электроснабжения, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения. Идет подготовка к подаче тепла, что позволит весной приступить к внутренним отделочным работам. Летом строители планируют провести утепление и облицовку фасада, а затем благоустройство территории. На территории будет спортивное ядро полноценное с футбольным полем, спортивные площадки, баскетбол, волейбол, воркаут. Для начальных классов будут площадки, также там теплицы, грядки для проведения уроков природоведения. Строители рассказали, что немало хлопот доставило увеличение сроков поставки попавших под санкции импортных стройматериалов и оборудования. И сейчас вынуждены их замещать на другие страны, на отечественное оборудование. Мы говорим об удорожании, которое тоже достаточно серьезное, иногда до полутора даже или чуть более раз доходит. Но тем не менее подрядчики нас уверили, обе организации, о том, что 1 сентября дети пойдут в эти школы. Сложности есть, конечно, с логистикой, с удорожанием, но справляемся. Заказчик нас поддерживает, помогает. Мы как бы со всеми этими сложностями справляемся. Также строители попросили Алексея Спасского посодействовать в решении вопроса с доступом техники на объект. Была озвучена проблема проезда большегрузного транспорта по строительной площадке из-за запаркованности. Мы эту проблему знаем, понимаем, потому что она у нас ровно такая же с вывоза мусора, когда мусоровоз не может подъехать, но, соответственно, это вызывает обоснованные жалобы. Вот, скажем, это такая более простая, может быть, да, такая земная проблема. Ее тоже нужно решать для того, чтобы работы производились. Всего же в муниципалитете в стадии завершения строительства сейчас 4 школы и 8 детских садов. По некоторым из этих объектов рабочие совещания с администрацией Ленинского городского округа пройдут на этой неделе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В Ленинском округе задержали похитителя молочной продукции. Несколько месяцев часть товара, которую водитель-экспедитор забирал на складе и должен был доставить в магазин, он присваивал себе. Руководители предприятия заметили недостачу и обратились в полицию. Выяснилось, водитель воспользовался тем, что при получении товара сотрудники магазинов продукты не пересчитывают. Тогда у него и возник преступный замысел. Молочку он перепродавал через интернет. Низкую цену объяснял потерей товарного вида. Махинации злоумышленника обошлись хозяевам продукции в круглую сумму. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Свою вину подозреваемый признает, сетуя на тяжелые жизненные обстоятельства. Товар, который вы похищали, впоследствии что с ним происходило? Вы ему его кого-то передавали, продавали? Да, отдавал Мурат. Он в дальнейшем продавал, я так понимаю? Ну, этого я не знаю, наверное, быстрее всего, да. И что вы за это получали? Ну, 20, ну, 15, 20, 25 тысяч. Всегда по-разному. Куда шли денежные средства? На кредит, на бензин, на машину. Ремонте. Задержали преступника в момент передачи очередной партии продуктов. Теперь йогурты, сметана, творог в полном объеме будут доставлены до торговой точки, а злоумышленнику придется отвечать за свои действия по закону.
В Центральном парке прошла всероссийская экологическая акция «Покормите птиц зимой». Любители природы принесли кормушки, сделанные своими руками. За процессом размещения домиков с угощением для снегирей, воробьев и синичек наблюдала наш корреспондент Галина Житкова. Участниками всероссийской экологической акции «Покормите птиц зимой» стали горожане разных возрастов. Любители природы решили помочь пернатым пережить холода и собственным примером продемонстрировали детям, как совершать хорошие поступки. Это же в первую очередь забота, забота о ближних, забота о животных, о птицах в данном случае. Это же приятно, ребенок должен привыкать заботиться о ком-то, проявлять свою любовь кому-то. Николай Калинкин очень интересуется жизнью птиц, с удовольствием откликнулся на предложение поучаствовать в акции. Свой дизайн столовой для воробьев и снегирей создавал с учетом всех нюансов. Я сегодня пришел с самодельной кормушкой, изготовленной из контейнера. И укрытой листвой и ельником, чтобы птицы не пугались и считали, что это элемент природы. Дай бог птицам понравится. Десятилетняя София Алтынбаева каждый год делает кормушки и приносит угощения для пернатых. Считает, что это очень важно – подкармливать птичек зимой. Потому что им может быть холодно, и они могут чуть-чуть там замерзнуть, и они зато могут погреться и покушать. Красочные избушки, уютные домики, хвойные сторожки, сделанные из подручных материалов, украсили десятки деревьев Центрального парка. Теперь горожане точно знают, где можно найти пернатых в самое холодное время и показать детям, как выглядят свиристели, клесты и поползни. Птица! 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 Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Турнир по дворовому хоккею среди спортсменов-любителей прошел в микрорайоне «Завидное». За шайбу сражались и дети, и взрослые. Всего 8 команд. Двухдневный турнир по хоккею среди дворовых команд в микрорайоне «Завидное» собрал почти 4 десятка спортсменов-любителей. Взрослые и дети – все, для кого клюшка – главный зимний аксессуар. Инициатива у нас исходила от жителей. Жители нашего микрорайона обратились к нам в территориальный отдел, после чего, соответственно, в центр спорта, городской центр спорта. И вот сегодня родился такой замечательный праздник общими усилиями. В играх участвовали команды из жилых комплексов «Южная Видная», «Купеленка», «Завидная», а также улиц «Ольховая» и «Березовая». Евгений Федосов увлекается хоккеем уже 8 лет. Тратит на это все свое свободное время, благо каток рядом с домом. А вот мой дом. Я здесь живу, поэтому с ребятами... Ну, на самом деле, сейчас не так часто выхожу сюда, потому что не так много времени ребенок родился. Поэтому есть время, выхожу... Видновчанин Евгений Голенев, как и вся его команда «Защитник», серьезно настроен на победу. Многочисленные тренировки и спортивная удача – такова формула успеха на льду. Победить поможет, во-первых, сбалансированный состав, во-вторых, вера в себя. Ну и в-третьих, самоотдача ребят, потому что сегодня все выложатся. Так и получилось. Уровень и этой команды, и вообще большинства участников турнира достаточно высокий, отмечают специалисты из Академии хоккея имени Алексея Касатонова. На этой неделе мы приезжали, мастер-классы проводили с тренерами школы, академии. Вот. И для детей, для взрослых. Хотим это сделать на постоянной основе, там, по выходным, там, раз в субботу, раз в воскресенье, пока лед позволяет, не тает, да, пока погода хорошая, зимняя. Но хоть каждые выходные можно играть. Праздник спорта и здорового образа жизни собрал не только самих хоккеистов, но и многочисленных болельщиков. Адреналин и эмоции здесь зашкаливали. Я болею за хорошую игру, потому что и в той команде есть ребята из команды, в которой играю я. Поэтому всем удачи, всем спортивных достижений, поменьше травм. Завершился турнир вручением кубков и наград лучшим из лучших. Екатерина Коваленко, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!